Закрыто все, Ленина закрыли. Все машины, которые едут сверху от цирка, заврачены все октября. 50 лет с той стороны закрыто. Странно, как-то автобус поехал. Тут все перекрыто. Людей вот все перекрыто в каждом подвороте. Люди потоком идут цветы возложить. И то, блин, приходится крутиться на все подворотни. А когда пожар был, где они раньше были? Сейчас на каждом углу гаишник.